Так, летнее меню, многообещающие складки и мерцание хрусталя, восхитительные дыры и неизвестные приемы ускользания, движущиеся картинки и хоровое бурчание, чай, сушки, леденцы. Это именно вот то, что там действительно реально есть, в той большой комнате. Так, а здесь что? Это вот наше меню. О, ну это я видел. Это же там же, где Йофи, помнишь, была Йофи? Да, да. Это я видел. А видишь, кто это? Просто, это как Кешина, какая-то подруга. Видишь, тут же комната с этой изоляцией, потому что они тут всякие звуковые вещи, поэтому мне казалось, что здесь очень это уместно. А она держит что? Пистолет. А где вы взяли? А почему там голубое что-то? Это у нее ногти голубые. Что, непонятно, что это пистолет? Нет, понятно, конечно, да. Но это какое имеет отношение к той комнате? Ну, потому что тут на самом деле есть такая вот скрытая агрессия во всем этом. Ну, как бы с нашей цепляющей агрессией. Мертвецы-ходынки. Пир мертвецов-ходынки. Значит, давай вот объясни, что это за прорези. Вот такие вот, видишь, пёзды в Эстонию. Входы в Эстонию. Входы в Эстонию, да. Всякие. Вот тут Супер Джо, видишь, из другого нашего видео кадр. Ага. А тут? Оно потом к этому относится. Да, давай вот так. Потому что, видишь, тут вот видео с этим лесом, и он здесь вот пролез. Вот это видео. А тут называется пушки, это где мы голые выскакиваем, но... Да, это было тоже усиленный, помнишь? Ну да. Нет, усиленный, кстати, был тоже Супер Джо. Это в другом месте было. Но просто это тоже такая убаюкивающая агрессия. Да. Видишь, так в вате, поэтому... Ватный, мир ватный. Ну не в этом смысле. Мир ватной ходынки. Вот тут, знаешь, видишь, эти конфетки, как прозрачные с голубым, то есть тут вода. Да, и это миндаль сахара? Арахис. Не важно, просто что он к вате подходит. Да, к вате, тут все такие пластические. Так, вот эти бублики, баранки. Ну, а как их объяснить? Ну, каждые 10 серебряные. На шампуре, да. Они сильно уменьшаются, кстати, люди с жиром. Да, едят. Ой, вот это вот, как называется? Башня из пастилы. Башня из пастилы. Вот это очень хорошая тоже вещь. А это вот цифры со свечками, да? Да, цифры объясняют, какое видео. Если взять инструкцию там на входе, то прочесть. Ага, так, это что? Это кулек я, а то кулек шум. Маршмеллоу. Так. Это взрыв в банке. Да, и ватный взрыв, ватный. Да, А вот смотри, вот это тут. Это ножки, они там с Да, с той стороны, понятно. Так. Смотри, а вот крышечка отдельно лежит какая-то. Что это значит? Ну, она просто тут светится. Это просто красивая красота. Это что, тут леденцы какие-то? Да, тут всякие, видишь, осколочные явления. Да. Это просто чайные пакетики. Вот это кто? Вот это вот. Нет, это Миша считает, что они похожи на космозикеров, но я космозикеров, про это не думала. Просто мне показалось, что просто соединение стеклянного скотча прозрачного и хрусталя, мне кажется, что они друг друга ищут. А тут, видишь, ананас, и тут ананас на это самое. Ананас, тут еще была банка с другими ананасами, просто выкинуть то, что она развела. А это стеклянная какая-то улитка, да. Так, вот это большой объект. Это соль, да? Вот сверху насыпана соль. Теперь нельзя отличить от сахара, потому что должно быть соленое. Так, дальше. Вот еще ананас. Продолжать. Немножко все так елозит по столу. Это какой-то особый чайник. Ну вот, видишь, у него много ручек очень. Да, это кто сделал такой? Мы с Шурой сделали. А как вы смогли сделать? Мы разбили, вот мы набили чашек, склеили, потом в не том мы сюда приклеили. А там какой-то огонек откуда там взялся? Там все, ты видишь, они все светятся. Это Миша придумал, что в столе что? Дырки. В столе дырки внизу, а внизу этот свет встал. Это вот чудо самослизавшегося чупа-чупса. Так. Это Шурина сквозь стену проходит. Так, это на фу губах. Да, вот большой. Это мы с Шурой на камне у сосны в воде стоим. А рога эти или вот... Ну это как кубок. Кубок, да.
Так а тут еще звук, смотри. Ну, конечно, с каждым звуком. И там звук, и тут. Тут везде звуки, они как бы так слышно, если ты садишься под эту, это наше изобретение. Видишь, что это направленная колонка. Если ты сядешь по нее, то у тебя будет более лучше услышать. Да, точно, точно. Это кашпо. В садовом отделе. Да, понятно, понятно. Так. Видишь, как сложно, очень хорошо, когда сидишь. Как бы по стене, по потолку, да. Очень а видишь, вот тоже у него видео вот эти вот. Да. Это сцену, минералогический музей Даши, да, Даша? Нет. А Качей? По-моему, это который на... На Манежной? Да. Так, дальше. Ну, вот это вот моя была главная. Вот это важное, да. Потому это, что значит... это дорога из Вызу в Кясму. Да, вот, из Вызу вот в Кясму. Вот Вызу, вот где тут наш дом. Это Вызу, да. И вот так вот едешь. Ага, так. Едешь, вот через Кясму, да. И вот сюда уже туда, через лес даже, вот последнее. Ну, до сосны тут, по-моему, не доехала, да. Хотя, видишь, тут снег. Да. И это лес. Это лес. Мармелад, это обозначает... Мы немножко уже подъели, он тут был более... Да, и это вот... А это залив, вода. Залив, вода, прикол. Ну, это дополнительно. Да. Так, дальше. Вот еще Шурин видео, как она пролезает. Тут еще, видишь, все про проникновение в другие пространства. Да, ну, попытки эти. Тут будет, она через картину улезет. Ага. Так, значит, вот эти... Да, эти камни, там, внизу, да? Ну, это кесманские, кстати, камни. А, кесманские. Так, вот тут это было гнездо, такое огромное? Гнездо зефира было. Ой, видишь? Гнездо зефира, вот это потрясающая вещь. Вот тут камень, который висит на своем изображении. Ага. Там, видишь, внутри фотографии камня, да. С той стороны там вата. Ага. Подвешен камень. Но он сейчас чуть-чуть начал побеждать, потому что туда стала просачиваться внутрь вода, и он уже сейчас тянет ее вниз. Это вот Шура, это как бы посвящено в том числе ее бабушке, которая научилась плавать по учебнику плавания лежа на столе. Это Шура сделала этот плод медузы. Вот это вот. Видишь, нарисован плод медузы. Она плавает. Вот смотри, как видишь, она плавает. Да, это я видел, кстати, на Фейсбуке. Она книжку рисовала и рассказывала. Вот это вот в этих наших покрывалах, да? Которые вызвали в домике. И вот это тоже. Да. Три тут, да, и синие. Ну вот еще две больших, две маленьких. Да. Вот тут черви, потому что видишь, эти ложки, это. Вот сейчас видно, что на экране, как они подходят друг к другу. А, да, это очень важно. Так, и называется, как это все? Опера-пир. Но опера. Нет, два О, а не три. Да. Но-опера. Но-опера. В принципе, сначала должно было быть три, но пока переписывались туда-сюда, одно пропало. А вот это? Просто папа, чай. Это самовар, вот каждый может себе налить чаю. Это пакетики, да. Ой, здорово. Это отлично, кстати, пакетики. А вот это что такое тут? Так тут на свинячок. Да, прекрасно, прекрасно. Нет, очень стильно, очень хорошо. Это хорошее слово, стильно. Да, стильно, в данном случае это хорошо. Цуков сказал, что мы изобрели новый язык. Кто? Пацуков. Пацуков, он был тут? Он был не здесь, он был на той. Это он...